Итак, друзья, всем привет! В этом видео хочу поделиться развлечениями, которые были в отеле Long Beach. Это Турция, Аланья. Первое развлечение, самое бомбическое и такое для нас самое экстремальное, это называется zipline. Это специальная тарзанка, которая проведена через весь наш отель. Вы подходите на пункт, вам дают снаряжение, вот такие вот пояса, и по желанию дают камеру с собой. Что, друзья, я сейчас так переживаю, Матвей будет подниматься на вот этой вот zipline называется. Сейчас уже вот он туда поднимается по лесенке и будет вот так вот ехать сквозь весь наш отель. Очень переживаю, сама боюсь высоты, но Матвей не боится у нас. Тем более даже сказали, даже Соня, даже такие дети, как Соня, могут здесь кататься. Я себе, конечно, это не представляю, но они разрешают, что можно было даже вдвоем их туда, на эту зиплайн. Вон он, боже, еще крутится и снимает, смотрите. Матвейка! Такое развлечение стоит одна поездка $12. Если вы хотите еще на память себе вот такое бомбическое видео, то вам дают камеру с селфи-палкой, вы его снимаете, видео отдельно стоит $8. Можно без него, можно видео не брать, это все по желанию. А так поездка стоит 12. Очень в итоге понравилось Матвею и совершенно, говорит, не страшно. Как ты, как впечатление? Классно. Да? Боже, а у меня коленки трусились, честно. Тебе понравилось? Там вообще не страшно. Вообще не страшно? Боже, он так же высоко. Все, видите, его там мужчина встретил. Вот, сейчас покажу, где. Я не успела добежать, тут долго так. Вот, зиплайн, он там, ему мужчина встретил. И здесь все уже. Привет, друзья. Привет, да, Соня, здоровается. Мы сегодня в кофточках, прохладно немножко вечером. Встала. Хотела вам заснять, но тут музыка очень громко играет. Контактный зоопарк или как здесь называется? Я так понимаю, что их можно всех там гулять. Смотрите, кто к нам подошел, Соня говорит. И это у нас павлины. Они как мяукают, как будто кошки. Мы первый раз подумали, боже, что за кошка? Что за кошка? Что с ней делают, что она так кричит? Вон он, вон он. Тут с Соней вышли погулять, а здесь дорогу нам переходит. Вот какой товарищ красивый. Смотрите, они здесь ходят, выходят. Мы уже не раз видели, они здесь ходят просто по территории. Это нормально. Здесь есть вот такой парк контактный. И вот он пошел. Далее я хотела показать вам одно из бесплатных развлечений для деток. В данном отеле ездит вот такой паровозик. Он их катает по вечерам, несколько часов в день. Но всем места хватает, можно прокатиться за вечер точно несколько раз. Страшно? Высоко. Да, высоко. Вижу солнце. Сейчас спускаемся. Где я каталась? Море. Также из бесплатных развлечений это колесо обозрения, на котором мы только что катались, и вот такая карусель. Есть еще один аттракцион «Чашечки», но он, к сожалению, был закрыт в тот период, когда мы отдыхали. Класс! В данном отеле. Вот, друзья, только что с Соней покатались на этом колесе, мне так страшно стало, потому что мы
Поднимаемся, поднялись на самый-самый верх, и там остановилась кабинка. И все, у меня уже за, не знаю, сколько там было, полминуты или минута, мы стояли, я думала, что все, наверное, что-то сломалось, потому что я не видела, чтобы они останавливались. То есть вот он постоянно крутится, думаю, ну все. И я, у меня охватил настолько такой страх, там стресс наверху, я не могла вниз глянуть, меня аж всю переколотило. Потом поехали, и потом я поняла, что это кто-то заходил новенький. Когда кто-то новый вот тут заходит, они просто останавливают и садят новых людей. А те, кто уже там, еще катаются. И вот это мы попали, получается, на самом верху были. Я уже все, я уже думала, что-то сломалось. И еще одно бесплатное развлечение для деток – это катание на пони. Можно было кататься каждый день вечером или утром, если детки посещают мини-клуб. Их всей командой водили с троем кататься на пони. И для более старших деток, а также для взрослых, это самое популярное развлечение, также бесплатные машинки. Работало несколько часов за вечер с перерывом. Это самое популярное просто место было в отеле вечером, потому что очередь там была постоянно. И дети и взрослые становились в очередь постоянно сразу после того, как покатались. Там выдавали вот такие номерки, все становились в очередь. В общем, развлечение бомба. Также хочу отметить обалденнейший бассейн, который находился в самом-самом конце нашего отеля. Это теплый подогреваемый бассейн с морской водой. Он очень соленый и очень теплый. Как раз для мая месяца он мне очень понравился и всей нашей семье. А также расположение просто бомбезное, потому что находится этот бассейн прямо на берегу моря. Вот так вот, друзья, завтра мы уже уезжаем. У нас сегодня, можно сказать, последний день купания. Был шопинг. Ну, завтра еще утром можно, но холодная очень вода стала. Море сегодня. Хотя я проплыла немножко, но некомфортно. Вчера было теплое. Вчера мы плавали с Матвеем. Буквально вчера. Сегодня волны, видно какой-то прилив. И уже холодное. Друзья, а здесь, это 18 мая, я снимала первый день, когда сняли локдаун в Турции. Мы увидели вдалеке пиратский корабль, который проплывал мимо. Я очень всем советую, так как мы просто не успели, это был наш последний день отдыха. Если вы будете в Турции, обязательно купите билеты и прокатите себя и ваших детей на данном корабле. Это очень популярная морская прогулка на красивейнейшем просто корабле. Друзья, сейчас вам хочу снять аквапарк, который мне очень-очень понравился для детей разного возраста, а также для взрослых. И такие виды, немножко поснимаю отеля и аквапарка с высоты. Вот сейчас я поднимаюсь на одну из горок, буду снимать Матвея. Сейчас работают две горочки, а детские сейчас закрыты. Вот, смотрите, как красиво. Так.
Очень понравился данный аквапарк. Для таких даже взрослых, как я, которые боятся сильно крутых и быстрых горок, этот просто супер подойдет. Я на данном аквапарке с Матвеем каталась очень-очень много раз на этих горках. И просто супер. И выпадаешь прямо в теплую воду, там подогреваемый тоже бассейн с другой стороны. Просто классная вода, которая уже тебя согревает. Потому что в этот день, это был наш последний день, было, кстати, немножко прохладно, прохладный ветер. Но в воде было намного теплее. Не перестаю я восхищаться красивенной территорией данного отеля. Посмотрите, как красиво. И вы можете представить, что видео не передает полной красоты, тем не менее. То есть вживую это все намного более еще красивее, завораживающее и впечатляющее. А вот здесь, друзья, вы видите искусственный водопад, а за ним находился бар. То есть можно было проплыть через этот водопад и сесть на баре в стульчики, которые находились в воде. Можно было взять себе коктейльчик, водичку или что хотите. Особое внимание хочу уделить анимации. Действительно, детская анимация была супер. Взрослую мы не ходили, но вот в последний наш вечер мы попали на такой концерт после детского мини-клуба. Это было экстремальное шоу, но здесь вот сначала девчонки турецкие зажигали вместе с мальчишками. Такой коллектив танцевальный. В перемену шел с трюками, которые мальчики показывали на велосипедах и на роликах. Называлось шоу «Экстрим Шоу». Все, друзья, спасибо вам за внимание, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на канал. По Турции есть отдельный плейлист, жду вас в комментариях, пока-пока!